А поездку по дорогам Ямала Дмитрий Артюхов начал со строящейся трассы Салехард-Надым. Напомню, губернатор отправился в путь за рулем «Лады». Проект строительства дороги Салехард-Надым включает в себя 6 участков, общая протяженность которых 344 километра. 3 из них уже введены в эксплуатацию. В этом году планируют ввести в эксплуатацию 2 участка. Это 17 километров с щебеночным покрытием и 9 в асфальте. Дмитрий Артюхов отметил, строительство трассы Салехард-Надым – один из ключевых объектов для округа. После Надыма губернатор выдвинулся в сторону Нового Уренгоя. По пути он будет заезжать в города и поселки, где запланировано посещение объектов строительства по программе «Комфортная городская среда» и встречи с жителями муниципалитетов.